Дорогие друзья, не случайно я сейчас на улице, потому что к нам уже пришел замечательный гость в студию. Он сейчас сидит с Марией Романовой, греется, а я тут мерзну. И все потому, что сегодня, в этот ранний час, понедельник, 19 декабря, день снабженца в России. Кстати, Юрий Щербаков, это лучший друг любого снабженца в нашей стране, пришел поздравить коллег с профессиональным праздником, ну и, конечно же, рассказать об особенностях этой профессии и вообще в целом поведать нам о всех тонкостях и нюансах данной сферы. Юрий, Мария, вам слово. Спасибо большое, Саша, абсолютно прав. Сегодня действительно Всероссийский день снабженца, и Юрий незамедлительно готов приступить к поздравлению всех причастных к этому празднику. Правда, Юрий? Да, уважаемые друзья, на самом деле такой интересный сегодня день. Насколько я знаю, лет 15 назад некая компания придумала этот день. Он не, ну скажем так, не совсем официальный, то есть нету там общероссийского такого праздника, когда мы имеем выходной и так далее. Но, тем не менее, вот некая компания придумала этот праздник, предложила. Естественно, все профессионалы сразу же обрадовались, согласились его праздновать. И наша компания, и мы в том числе поздравляем обязательно всех, всех, кто причастен. Потому что это не только снабженцы, это может быть и там, заместитель директора, да, по материальному обеспечению. Это может быть какой-нибудь обыкновенный завхоз, который, да, снабжает предприятие нужными материалами. Всех их мы поздравляем, ребят, с праздником. Ну, а можно сказать, что я тоже снабженец, что я вот утром снабжаю людей хорошим настроением? Ну, в принципе, да. Теоретически меня тоже можно поздравить. Да, но в первую очередь, конечно же, это человек, который занимается материальным обеспечением. Ну, давай, Маш, я еще поясню. Давай представим, как будто ты снабженец какого-нибудь крупного предприятия. Вот, да? Надо обязательно прояснить, потому, ну, что допустим, это бандит, допустим, да, ты снабженец, да, компании, которая производит молочные изделия. Да. Да? И тебя начинают с утра дергать. Маша, мне нужно срочно привезти там специальную химию. Там, с транспортного цеха тебе звонят: Маша, нам нужно масло в машину, нам нужно запчасти и так далее. Сделай. Директор тебе звонит: Маша, у нас констовары закончились. Да? Или, я не могу с утра так много закупить. Вот, поэтому здесь нужно понимать, что снабженец – это человек, который разбирается во многих отраслях, да, он мастер своего дела, он профессионал в своем предприятии, он знает от и до, даже больше, чем я. То есть это и экономист, и химик, может быть, и, да, юрист, и все, да, это в одном, да, лице, и в одном менеджер, человеке. И менеджер, да, который умеет вести переговоры, умеет выбивать цену от поставщиков. Боже, кстати, в Албу надо сидим быть. Да. А какие традиции праздновали? Просыпаете 19 числа и вот прямо себе даете установку: сегодня я праздную, а как? Ну, на самом деле традиции нет. Я думаю, это достаточно узкий праздник и нужно снабжение. Обычно в компании один, там, два, ну, максимум там, три человека, которые занимаются снабжением. Может быть, они там встретятся и там... Вечерочком. Бухнут там немножко. Да, да. Маш, я, кстати, хочу сказать, что если кто-то помнит последний парад в Москве, 9 мая, там проходил, я могу даже показать, у нас есть сегодня небольшая, наша компания, есть небольшие подарки для тех, кто, для снабженцев. И вот я хочу в прямом эфире показать вот эту вот верхнюю картинку. На параде 9 мая проходили курсанты военной академии материально-технического обеспечения. Ребят, вот это вот и настоящие снабженцы. Девочки, которые вот шли, маршировали на параде, это девочки с училища тыла, которые вот настоящие снабженцы. Они учатся на этой специальности. Кто же знал бы, вот я точно не знал за все свои 30 лет, что снабженцы у нас бывают вот такими вот красивыми. Да. Скажите, Юра, а правда ли, что эмблемой всех снабженцев является «Золотая рыбка»? Ну, на самом деле, об этом первый раз услышал, но это очень неожиданно, потому что в названии моей компании присутствует также «Золотая рыбка». Причем, да, ребята, это не шутки. На самом деле, мы это придумали первые, вот, потому что наша компания больше 20 лет существует, а, насколько я знаю, день снабженца сейчас чуть меньше. 15, вот, как мы с вами выяснили. Ну, примерно так, да. Но я вот правда полазала в интернете и выяснила, что «Золотая рыбка», она вот, ну, чуть ли не сопутствующая такая вот штука для многих снабженцев в России, ну, как символ такого исполняющего желания. Все правильно, все правильно. «Золотая рыбка» — это тот сказочный персонаж, который осуществляет мечты
дает людям то, что они хотят. А ваша компания конкретно? Ну, давайте уже, наверное, скажем, что это за компания, что за «Золотая рыбка» у нас в Калининграде завелась 20 лет тому назад. И чем она занимается? Компания «Регион снабжения» занимается как раз материально-техническим обеспечением предприятий. То есть мы работаем от мала до велика, скажем так, с компаниями абсолютно разного масштаба. Это начиная с низов, там, детских садиков, там, школ, муниципальных учреждений маленьких, заканчивая крупными заводами, производственными компаниями, которые находятся в нашей области. То есть мы снабжаем абсолютно всем. Вы именно человек, который как раз там звонят, трофеи, транспорт, да, да, да. То есть снабженцы – это люди, с кем мы работаем с утра до вечера. Вот. Естественно, у нас у компании огромный ассортимент. Мы единственные, скажем так, в области, кто занимается таким огромным ассортиментом, начиная там с хвостоваров, заканчивая какой-то мебелью. Почему снабженцы к нам обращаются? Потому что им удобно приехать, все в одном месте взять. Вот. Ну и, конечно, и менеджеры у нас профессионалы, потому что объять такие разные товары довольно тяжело. Вот по поводу разных товаров, очень любопытно забрать ответ. Какой самый был интересный за вас? Ну, я бы не сказал какой-то, не скажу определенный пример, потому что в тупик нас ставят почти ежедневно. Да. Все-таки предприятия очень разные. Предприятия настолько занимаются разным видом деятельности, и у каждого есть своя специфика, и каждому что-то такое необычное, нужное. Поэтому практически ежедневно к нам обращаются за такими с непонятными вопросами. И, как говорится, Google нам в помощь, мы смотрим, что это такое, пытаемся им поставить. Ну, вы, я так понимаю, успешно справляетесь со своими задачами ежедневными, потому как за 20 лет, ну, фирма бы просто отклонилась, если бы не было достойных людей, которые достойно выполняют свою работу. Ну что ж, Юр, у вас есть возможность еще раз передать всем вашим знакомым, снабженцам, и не только большой привет прямо с прямого эфира, вот так вот рукой всем помахать. Да, уважаемые друзья, я еще раз от лица нашей компании, от всех нас, поздравляю вас с профессиональным праздником. Терпение, еще раз терпение. Друзья, это очень тяжелая профессия, и мы вас всех поздравляем. Пользуюсь, так сказать, красной нитью нашей программы. У нас есть основная тема, которую мы обсуждали с самого начала. Не могу не спросить, вы при профессии будете праздновать? Или как Антон Алиханов, временно исполняющий должность губернатора, отменить все? Против, конечно, мы празднуем. У нас больше 100 человек в компании работает, в филиалах. Это единственное время, когда мы все можем вместе собраться. Некоторые друг друга первый раз видят. Поэтому, конечно, корпоратив мы празднуем. У нас традиция 30-го числа. Мы все собираемся в ресторане. 30-го, да, 30-го, да. А головная боль на 31-е число не переносится? Ну, потому что, по нашему мнению, 28-го, 26-го, там, или кто-то уже сейчас отмечает, ну да, на елке только появляются украшения. Это не то. А вот 30-го, знаете, это уже такой настоящий драйв. Вот, Новый год начинаем 30-го, 31-го, доделываем салат и уже в бой. Я вам желаю хорошего завершения года, чтобы все ваши запланированные и незапланированные дела не успешно осуществились. Ну и, собственно, к сожалению, прощаюсь, потому что самое время нам продолжить. У нас сейчас небольшая пауза, после которой мы опять увидимся в прямом эфире Первого городского канала. Итак, спасибо, Юрий, спасибо, Мария. Мы еще раз, конечно, поздравляем всех снабженцев, всех, кто причастен к этой сложной и непростой профессии, с праздником профессиональным. Конечно же, желаем именно данной компании, собственно, отметить шикарно корпоратив и встретить Новый год и с новыми силами снабжать нашу Калининградскую область всем необходимым. Ну а мы уходим на клип, в процессе которого вы сможете не только зарядиться танцевальным настроением на все утро понедельника, но также прочитать очень важную информацию о наших звездах, потому что Алагон и вот эта замечательная скорая сделали сегодняшнее утро. Друзья мои, Алагон — это спонсор, который предоставляет нам астропрогноз, где вы увидите много всего интересного: козероги, стрельцы и носороги. Смотрите, пожалуйста, и танцуйте, и заряжаемся позитивом.